Озған елді даңқыл язушы Суын Имам Али Ишкапаевтың ұлы Иса Капаев Нұғайдың үйі деген атпын портал түзбеге ой еткен. Ем сол мұратына Маданият баслауларының президентілік фонды арқалы еткен. Порталдың бірінші презентациясы Озған елдің 42 айында Әділқа қолында Озған Нұғай Шайдың бірінші этнофестивалінде болған. Озған елдің қарағыс айында қыралымыздың бас қаласының Нұғай община ямағатшылық организациясының Эмілеттілер үйінің ұйғырнауыман, сонда презентация Москва қаласында да болды. Добрый вечер, дорогие гости. Қош келдіңіз, Алуна Ойлар. Салам алейкум. Дорогие братья и сестры. Сегодня у нас очень, можно сказать, великий гость. Наш великий писатель современности. Новый шайт Валайбезин Сыйлы, язушымыз. Иса Сүйменович Капаев. Будет нас знакомить со своим проектом, с сайтом «Ногайский дом», о котором, может быть, кто-то уже слышал, но я думаю, что мы все вместе должны погрузиться в этот сайт, потому что Иса Ағай очень старался, чтобы его создать, чтобы включить туда максимально больше информации, полезной информации для нас, для ногайцев, так как Бүгін бізде қонақта әлігі заманғы сыйлы язушылардың бірісі Иса Сүйменович Капаев. Иса Ағай Ноғайдың үйі деген атпан әлемет сайт түзген. Оның ішінде халқымыздың яс яуқасы үшін көп пайдалы затлар бар. Біз бәрімізде сол порталдан керекті материалдармен таныспаға боламыз. Біз ноғайлар қыралдың түрлі регионларында шашырап яшаймыз. Сүйткен заманда Ноғайдың үйі деген портал бізім үйреклерімізді біріктірмеге амал етер деп ойланамын. Язушы Иса Капаевтың проекті сол үйінілісті бек манелі деп ойланамын. Пытающиеся раздувать какие-то различия между нами и так далее. Поэтому мы призываем всех здравомыслящих, адекватных и любящих свой народ ногайцев объединяться вокруг хороших, полезных проектов. И одним из таких проектов, безусловно, является проект нашего уважаемого писателя Исы Сүйменовича Капаева. Кому, как не Исе Сүйменовича, мы можем доверять, да, и следовать за ним, участвовать в его проекте. 1995 жылда зегенлі ноғай язушысы Ноғай адабиятының классигі Суын Имам Али Ишкапаев Ноғайдың үйі деп аталған кітабы дүния көрген. Сосы кітап еуқтағы арада өз оқушыларында тапқан. Кітаптың бетлеріндегі шығармаларда мүлетіміздің бәлінші яс арқалары тәрбияланып өскенілер. Бұғын деді, оны сүйіп оқиділар. У нас душа все равно тянется в этот дом, дом национальности, российский дом, московский дом. Мы, в общем-то, с таким вот рвением сюда все равно постарались. И сегодня вот самые-самые, которые здесь присутствуют, которые заинтересованы в этом проекте. Вот. Ну, я прежде всего вас-то всех я не смогу представить. Еще у вас здесь около 1000 человек в Москве в данный момент. Вот трудятся в разных уголках столицы нашей. А сегодня вот те, которые... Сыйлы елдасылар, мен бәріңізді де ақ жүректен қошлаймын. Елдің қайсы шағында да біз Москва қаласындағы Мүлетлер үйіне сүйіп келеміз, тартыламыз. Мында бүгін Ноғайдың үйі деп аталған проектпен қызықсынған адамдар жиылғандар. Сол елдігімізде Россиядың Жазушылар Союзының елшілері, жазушы қаламдастарым, Москва қаласында яшайтаған ноғайлар, иылғанлар, сау болсынлар. Москвадың ноғай община, ямағатшылық организациясының қатынасушыларына, мен бөтен де сосы елғысты иғынлағанлары үшін, ақ күректен икон разылығымды айтпаға сүйемін. Сондай болып, бүгін бізімен бірге елғысты литературный знакомства адабиат журналының бас редакторы Лола Звонарева да қатынасады.
Ол менім «Син еснега» деген повестім шыққан журналдың яңы номерін өзімен бірге алып келген. Сау болсын. Бүгін сөзі журналдың яңы номері бұй елгістін бәрді қатнасушыларына үлестірілі ек. Которую, я думаю, тоже будут здесь представлены, особенно после нашего проекта, именно героями России стали, наверное, молодые ребята, отдали жизнь за Россию. И я думаю, они вот через проект, может быть, дойдут до сердец, значит, вот таких вот представительских мест, и, значит, о нашем народе еще больше заговорят. А так я хочу вот сегодня мои друзья, с которыми мы по жизни много лет, значит, идем. Сосы порталда көплеген бөліклер бар. Айтпағауының бетлерінде нөға ярықландырушылары, белгілі әлімлері, язушылары, тарихта, маданиятта, санятта, спортта, халықтың атларын сау дүнияға айттырған адемлер ақында көп пайдалы білдірулер электронлы кітапханамын таныспаға боламыз. Бұл мұнда икон столицамыз Москвада нарым күн. Бұл президентаға тәтілінеді мұнда Ноғай и Ноғайский дом. Иса Сумыш Капаев. Біз біне Москвада шайтан ұмайларымыз ұзайылып, соны біне бағыслаймыз, бен сүйлеміз. Сол үйгі енді өзіміздің үйімізде болып келіп тұрамыз. Сол бұна Ноғай ұрыс айтылған үй болып, солай дүниядағы Москвада шайтанын дүниядағы Ноғайларды бір-бірімен әбінет күле алатын еді. Яқшы жолға сол бұны зат барды. Братылары иса сөйінісі сұмыратлар толып, сол Ноғай үйіміз ярқылап басқара кеткен еді. Сондай болып, порталдың бетлерінде Ноғай өнершілердің жүрекке жеткен әлемет ерларды бар. Презентациядың барысында белгілі ерші Елмырза Янакаев Ноғай әдебиетінің классигі Сүйін Капаевтың атлауына жазылған ерді заңыратты. Он как степь необъятен, просторен. В нем найду и дитя, и старик. Росык жизненной мудрости зерен. В доме том дорогой мой кунак, ждут тебя и добро, и удача. Уважение, сердечность и знак. Наши песни со смехами плачем. Проекті таралтудың негізіне Ноғай әдебиеттің классигі Сүйін Капаевтың яратушылығы салынған. Порталды түзушілерге керекті материалдарды иеуға Ноғай интеллигенциясы икон ярдамын еткен. Проекті біздің ертесіміз Ноғай жазушысы Иса Капаев етекшілейді. Люди, которые вот они все время плачут, родной язык забываем родной, пожалуйста, пользуйтесь, аудио-видеокассеты вы можете даже поставить, это вот как штирлицы изучали во сне язык. Вот поставьте и спите. Это будет к вам проникать это все, ваше сознание. Родная литература, с чего начинается? У нас один из немногих народов на территории России, который имеет средневековую литературу. Иннің барасында белгілі өнерші Абудин Нұрлыбаев, даңқлы язушы Сүйін Капаевтың Сабантой деген ятлауына домбыратын қылларынан ярасық аңларды шығарып, естеліклі кепті ерлады. Ноғайымның тойы көп, қызды берген
ойыл оның бар, ара елге ұсалған. Ей сабан той, сабан той, аталардан қалған той, тойларымның үшінде алды елді алған той. Ей сабан той, сабан той, аталардан қалған той, тойларымның үшінде алды елді алған той. Көплігін кітаплардың емгеркін шығармалардың авторы Иса Капаевты «Ноғайдың үйі» деген проекті түзуімен байланысты Россия Язушылар Союзының правленесінің председателінің бірінші орынбасары Геннадий Иванов құтылады. Город, тебе, мой дорогой друг, огромное спасибо. От русского человека с фамилией Иванов. Да. Это очень важно. Я очень важно. Я считаю, вы знаете, русский ведь народ, мы тоже испытывали, конечно, не такие... Ну, скажем так, именно в общенародном таком понимании страдания, которые испытывали вы, ваш народ испытывал. Но ведь мы, русские, до самого последнего времени тоже были, так сказать, вы знаете, под подозрением. Не дай бог, чтобы русское где-то как-то чего-то лишний раз прозвучало. Не дай бог, чтобы русские... Эмиграция русская, так сказать, вернулась как можно быстрее сюда, так сказать, уже в 90-е годы. Было сделано все. Любому человеку из любой другой заграницы, не русскому, было запросто получить здесь гражданство. Русского человека не очень-то пускали. Делали всякие препоны до самого последнего времени. А до этого, когда началось, еще знакомим, некоторое потепление русского возрождения в 80-е годы, вот, то появилась программа на московском городском телевидении. Хош келдіңіз, бағалы достар. Бүгін Москвадың Милетлер үйінде айлақ мәнелі амалым өзіп тұр. Мен ең алдымен сөзі порталдың авторы Иса Капаевке мындай пайдалы істі ашуға ендіргені үшін икон разылығымды айтамын. Бізім халқымыз да көп йылдардың бойында йөңкіген. Сол себепті Милетлер әдебиетлерінің мәселелері маға аруды белгілі. Иса Капаевтың порталы бізді бәрімізді де біріктіреді. Біз бәрімізді мүллет әдебиеттарымызды сақламаға шалыспаға керекпіз. И хорошо знать свою историю, и музыку, и все прочее. Но вот этот портал, он, конечно, все соединяет, объединяет. И замечательно, что это все будет. Вот. Единственное, что, конечно, не дай бог, чтобы... Вот когда-нибудь, вы знаете, история, она такая прихотливая штука, не дай бог, чтобы опять вот что-то такое произошло, что вот сейчас мы можем обо всем говорить в своей истории, в своей культуре, и вы можете говорить в своей истории, в своей культуре, все. Но вдруг опять вот, я даже порой время от времени так вот думаю, неужели когда-нибудь опять вернется вот то время, когда это нельзя, это запрещено, Гумилева печатать не будем, так сказать, там, 60 лет, этого не будем показывать, этого будем запрещать. Вы понимаете, не дай Бог, чтобы это вернулось ни в наш народ, ни в ваш народ, чтобы никогда такого не было. Вот этого надо бояться. Порталдың презентациясына түрлі мүлетлердің елшілері елған еділер. Олардың бәрісінде мүлет адабиятларына есету еуіп етеді. Интересно услышать, что вы упоминали о Чингизида. Я как раз непосредственно по восточной линии из Чингизида. И хочу сказать, что у меня настолько было, вот я очень подробно вчера целый день смотрела ваш сайт, и мне было очень, для меня было очень важно, что вы очень многие исторические мифы развеиваете. Вот сейчас, мне кажется, такое время, когда действительно можно сказать правду об истории своего народа. Началось это еще в 90-е годы. Я помню, меня совершенно потрясло, когда появилась книга Павла Шуфа, который сейчас живет в США. Она называлась «Дедушка Киров и его узбекские внучата». А я из истории своей семьи прекрасно знала, что дедушка Киров приехал на 4 дня в Ташкент для того, чтобы подписать несколько тысяч приговоров о расстреле узбекской интеллигенции. И вот такая, так сказать, явно фальсификаторская книга, я сразу и стала возражать в литературной газете. Многие наши народы действительно пережили очень трудные страницы. И вот там другой сейчас перед вами... Россия халқылары әуелді көп қиындықларды бастан атқарғанлар. Халқылардың бақтыларында болған әуелгі заманлардағы көп затларды сол заманларда
язып, баспадан шығарып болмаған. Бүгінлерде бізбен бірге елгісті ұлы язушы, өз халқының әдебиетін өрлендіруге Номай өлесін кіргісте таған адем Иса Капаев қатынасады. Иса Сойынович мені бүгін өзінің Ноғай халқымын таныстырды. Сосы халқты мен ақ жүректен бек яраттым. Оның түзген сайты бәрісінде еуқыластырар деп ойланамын. Мастер, супермастер, потому что вот эту «Весь синий снег», если кто-то ее не читал, почитайте, пожалуйста. Ее можно действительно сравнить с портретом Николая Васильевича Гоголя. Это потрясающая вещь, рассказ о пути художника, о том, как сколько искушений на пути талантливого молодого человека. Приятно, здесь много молодежи, у меня 1500 студентов, я профессор двух вузов. И очень важно ответственность перед своим талантом, ответственность перед своим народом. Перед великими твоими предками, мне папа с 5 лет говорил, на тебя смотрят из мавзолея, будь ответственна за каждый свой шаг, за каждое свое слово. И это очень мобилизует. И я думаю, что ваш сайт поможет состояться многим молодым людям, сказать свое слово в культуре, быть услышанным в мире. И для вас огромное-огромное спасибо, вот вы меня познакомили с своим народом. Я в него уже сейчас влюблена и предлагаю, чтобы мы в 24-м году с вами сделали ногайскую литературную тетрадь, литературно-историческую. 144 страницы в вашем распоряжении. Ногай дүние деп аталған порталдың бас бұрышы, өсіп келе отырған яс яуқағы халқымыздың тарихы, маданияты ақында білімлерін өстіруге, сондай болып оларда міллет өзіншілікті бағалауды кеплеу болады. Хотелось выразить вам признательность, благодарность большую, то, что даете вот это насыщение интеллигентности, чего вот именно в текущей ситуации не хватает. Вот молодежь видит, что у нас действительно ориентировки меняются. Әлігі заманда яс яуқатының яшауы көбісін болады. Соға көре Иса Сойынович түзген Ноғайдың үйі деп аталған портал яс өспірлерге халқымыздың тілін, әдебиетін, маданиятын, тарихын сүйдірер деп ойланамын. Дай вас, чтобы всегда это сайт процветал. Вы всегда нас, всегда позволяли нам проводить такие вечера. Москве. Спасибо. Иса Сойынович Капаев аты тек Россияда туыл, тыс қырал оқушыларына да игі белгілі әдем. Көп болмай, оның яңы язған асарлары роман газетада, литературные знакомства адабиат журналында баспаланғандар. Қысқасынан айтқанда, порталды еуқлаушылар оның бетлерінен ішкі дүниеларын байытуға көп мәнелі затларды табаяқар деп ойлаймыз. Бүгін біз жиналдық Московский дом национальностида көрсетпеге презентацияда Ногайский дом. Аяулы Ноғай халқым, бәріңізге де үлкен салам. Мен Телекова Саида, бәріңізге де көп сау болайтын айтым келеді. Сөйтіп узақтан бізге шушы фильмді Москваға әкелгеніңізге. Ол бізге керек зат. Елғыстыңызында зегінлі язушы Иса Капаев оның қатынасушыларына естеліклі сауғаларды берді. Бұ амалама онда қатынасқан адамдардың естелерінде көп-көдейін сақланар деп, ем халқымыздың да еуі язбасына кірер деп сенеміз.